Меня зовут Карифа Тима Изанжановна. Родилась в городе Ташкент 2007 года. Моего отца зовут Кари Айсанжан. Это копия его паспорта, которого он получил в Китае. А это вид на жительство, которое он получил в Казахстане. В 2017 году мой отец улетел в Китай, и его задержали полицейские КНР и посадили в лагерь. Прошло 3 года, как он сидит в этом лагере. Мы очень соскучились по нему. Нам очень не хватает его. Единственная его вина – это то, что он уйгур, и то, что он мусульманин. Мы очень соскучились по нашему отцу и очень хотим, чтобы он вернулся. Я прошу объединенных организаций, чтобы вернули нашего отца здоровым и невредимым. Дадамны қаттық шығынып кеттім. Дадамны қойбетім.